Друзья, добро пожаловать на GameStasy. Зовите меня Джекманом, и мы продолжаем проходить Dark Souls 3. Ну а перед началом я бы вас хотел попросить поставить лайк этому ролику, а если вы еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь. Ну что, у нас есть душа хранительницы огня. А где, собственно, у нас хранительница огня-то? А, вот она. В прошлой серии я говорил, что, наверное, не стоит давать ей эту душу, потому что это же все-таки Dark Souls, и здесь не все так однозначно. Вот, а сейчас я подумал, что, а почему бы нет? У нас есть душа хранительницы огня. У нас есть хранительница огня. Почему бы ей его не дать, если такое вообще возможно? Так что давайте-ка. Добро пожаловать домой. Чего ты желаешь? Так, дать душу хранительнице огня. Да, значит дадим. Пепел, ты знаешь, это очень похоже на то, что погребено внутри меня. В смысле? Пусть оно покоится у меня в груди. Оно поймет. В конце концов, мы обе хранительницы огня. В смысле обе? Хранительница огня теперь может снять темную метку. А что, у меня есть темная метка? Или я ее могу получить? Прости меня, сестра. Да осветит пламя твой путь. А, то есть мы ей дали душу ее сестры. У нее, то есть, была душа? А ее сестра умерла там под колоколом и оставила... Понятно. Теперь у нее две души, понял? Снять темную метку. Ну, если у меня такова есть, давай сними. У вас нет темной метки? Хорошо. Наверное, это что-то связано с онлайном, поэтому... Прощай, пепел. Да светит пламя твой путь. Спасибо. Так, и куда мы отправимся? Башню мы всю вроде исследовали, да? Да, по-моему, мы ту башню всю исследовали. Единственное, что, конечно, печально, мы не поймали того предателя, козла, который нас закрыл в башне. Вот, и подставил нас с великаном. Но я думаю, что мы его еще встретим. И если мы его в следующий раз встретим, то я уж точно ему надаю под зад. Ну а теперь надо отправляться. Вот куда бы отправиться? Вот что меня очень сильно интересует. Либо мы можем отправиться в Оскверненная столица, либо мы можем отправиться в Анорлондо и попробовать завалить Олдрика. Блин, даже не знаю. Пошел, короче, нахер пока этот Олдрик. Я не думаю, что у меня что-то получится с ним. Пойдем в Оскверненную столицу, поисследуем эту локацию. Добьем уж подземелье Эритила. Так, куда можно пойти? Интересно, давай-ка там внизу посмотрим. Вот здесь вот. В прошлый раз я здесь не все посмотрел. На эту лестницу мы уже забирались. А, погоди. Мы там все посмотрели вообще? А, сейчас же здесь это появится. Гаргулия, если она вообще таковая является. Если это вообще гаргулия. Но я ее буду называть гаргулия. Так, 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 так. 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 Ох, ты ж нифига себе, что он может? Охренел. Слышь, ты. Не ожидал. Не ожидал такого. Это что, он типа блокирует удар? Да. Хрен, я тоже умею блокировать. А теперь получай. Оу, 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 оу. Парень, парень, ты чего? Ну блин, это гаргулия. По-любому гаргулия. Каменная птица. С ногами, хвостом. Блин, чуть не упал. Не понял. Это кто такие там в белых мантиях? Там еще блестяшка. Как вам попасть? Надо как-то вниз спуститься. Вот лестница. Вижу лестницу. Так, это лестница. Угу, а где она? Вот в этой башне. А я из этой башни как раз вышел. Надо бы найти эту лестницу. Вон там что-то стоит или что? А, там тоже гаргулия вон поджидает. На мосту. Ага, и смотри, блестяшка. И там блестяшка. Сколько блестяшек, ё-моё.
Окей, окей, запомним. Главное не забыть. А сейчас мы посмотрим все-таки... вот здесь вот что. В прошлый раз я здесь упал. Когда погнался за черепашкой, я не заметил, что там дыра в полу. Поэтому давай-ка пойдем сюда. Надеюсь, здесь нет дыр в полу, и надеюсь, здесь ничего на меня не упадет, и я никуда не провалюсь. Так, давай-ка. Ну-ка, фантомная? Нет. О, черепашка. Так, подстава, но... Тихо. Тихо. Ну давай, мерцающий титанит. Отлично, мерцающий титанит. Замечательно. Ага. Главное никуда... Опа! Тихо. Вот смотри, видишь как? Можно, конечно, попробовать перепрыгнуть. В принципе, я дальше прыгаю, чем эта дыра. Но рисковать не хочу пока. Ну-ка, давай посмотрим, что здесь. Здесь тоже вот есть поворот. А вот и черепашка. Ага. Надеюсь, не попадусь никуда. Мерцающий, ну, давай. Отлично. Скоро мы прокачаем наш меч. Ладно, вниз мы не будем прыгать пока. Но я все же подозреваю, что где-то здесь провалится пол. Не знаю, прямо есть такое ощущение. Ладно, давай сходим сюда. Это мы... Ага, обошли как раз эту дыру. Ржавая золотая монета. Почему-то я этими монетами вообще не пользуюсь. Что за ржавая золотая монета? Вот что это такое вообще? Так, не туда залез. Так, сюда, сюда. А, и где это будет? Вот. Сломайте, чтобы сильно увеличить шанс найти предметы. Думаешь, стоит? А давай попробуем использовать. Сейчас кого-нибудь убьем и получим какой-нибудь предмет. Так. Это то самое болото, в которое мы провалились через пол, да? Оно очень токсичное. Но кажется, я вижу островки, да. Вот островок. В принципе, можно спрыгнуть и быстренько побежать вот на тот островок. Там отбиться от этих тварей. Взять блестяшку. Подождать немножко, когда токсичность убавится. И двигаться дальше. Так ведь? Я других вариантов не вижу. Я что там спрыгну в это болото, что здесь спрыгну, я все равно потрачу жизни. Здесь нет нигде лестниц. Я вот не вижу. Сейчас, погодите, я мод на освещение отключу. Чтобы получше видно было. Да, вот без мода картинка становится ярче. Но как-то что ли площе. Ну как-то плоские. Ну то есть плоское оно становится какое-то. Какое-то освещение плоское. А вот когда включаешь мод, картинка становится более объемной, более такой, знаете, драматичной, более атмосферной, что ли. Да, темнее, но, блин, это же Dark Souls. Слово Dark, понимаете, переводится как черное, да? Вот, поэтому будем, да, играть вот с таким модом. Это лучше передает смысл игры. Надо, короче, спрыгивать и быстро бежать вот на этот островок. Все, поехали. Немного жизни потратил. Все. Проснулись, ребятки. Оу! Твою мать! Так, пить надо. Пи! Тут я ступил. Тут вот стопудово я ступил. Место очень легкое. Очень легкое. Вот я прям вижу, что здесь вообще легко можно было отбиться и все такое, но я лошок. Что такое там торчит? Погоди-ка. Это не та ли самая лестница, которая ведет к мосту? Да, слушай. Но, ладно, оставим на потом. Оставим на потом. Идем пока туда. Изучим там все сначала. Потому что у меня есть такое ощущение, что вот как раз таки, если мы пойдем на тот мост, мы так пойдем куда-нибудь вообще далеко, куда-нибудь к боссу. А вот здесь мы идем немножко в другую часть локации, где, наверное, нет никакого босса. Просто придем в какой-нибудь тупик и решим потом, ну и вынуждены будем вернуться назад, в смысле. А Гаргулю я предлагаю пропустить. А почему ее пропустить? Иди сюда нахрен. В этот раз я тебя лучше загашу. Хрен тебе, слышь? Молодец. Ух ты, ух ты, ух ты. Прям Джеки Чан. А, тащился. Блин, я думал, что я не потрачу жизни, но он не успел тащить.
Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. А я могу парировать его удар? Нет? Это, конечно, глупо. Пробовать. Как-нибудь в другой раз. Так, уже два удара он нанес, сволочь. Два раза он мне все-таки смог тащить. Ладно, ладно. Так, идем сюда. Угу. Потом. Сюда. Здесь ничего нет. Здесь все нормально. Можно не бояться идти сюда. И сейчас... Блин, я не хочу пить эстус. Ну, рано пить эстус. Еще не обед. Блин. Ну, не хочу я пить эстус. А может быть, где-нибудь вот здесь вот спрыгну? Может быть, тогда они не проснутся? Здесь вроде никого ведь нет. Так, все, отлично. Хрен тебе, тварь. Хрен. Так, быстро, быстро, гаси. Да твою мать, почему ты не переключился? Он... Я не успел переключиться. Камень очищения. Может быть, этот камень очищения как раз нам поможет от токсичности? Просто звучит так, камень очищения. Повышает здоровье, выносливость и максимально... Так, нет, не на это. Немного повышает ловкость и скрывает при перекатах. Увеличивает скорость, восстановление выносливости. Движение веса, снаряжение усиливает... Ага. Ну, я думаю, что вот на это кольцо, если что, поменяем. Так, камень очищения. А, враги... Так, это кольцо убийцы рыцарей. Это, кстати, кольцо я взял у того убийцы в руинах демона. Ну, которого я убил не на записи. Ну, в серии, в которой не попала на канал. Которая, ну, была повреждена. Так, враги тратят больше выносливости при блоке атака. А, то есть, если я это кольцо надеваю, то враги, если ставят блок от моей атаки, они теряют больше выносливости. Ну, прикольно, прикольно. Но сейчас меня интересует немножко другое колечко. Или что? А, это камень. Камень. А куда этот камень можно поставить? Подожди-ка. Вот камень. Нет, не вот он. Снимает... накопленное проклятие лечит опустошение. Понятно. То есть это одноразовая штука. Ее надо ломать. Ясно. Я думал, это кольцо. Почему-то я так подумал. Так, здесь, вот там вижу вдали блестяшку. Но пока мы до нее добежим, мы, конечно же, отхватим токсичности. Че, пойдем к блестяшке или что? Ну пойдем. Пойдем, чтобы не оставлять это на потом. Так, еще одна блестяшка, вижу. Так, токсин, все. Так. Кольцо проклятого укуса. Хорошо. Блин, тихо! Тихо, тихо, ребятки, тихо, 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 тихо. Дайте я здесь спокойно погуляю, все пособираю. Ну чё вы? Ём! Так, не успел. Быстрее. Фу, блин. Вот еще сейчас цапнет. Так, отравлен. Ага, понятно. Какой-то самоцвет. Ой, 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 зажали, зажали, зажали. Сейчас, конечно, по-хорошему-то надо к костру. Может быть, так и поступить? Но если я тот камень сломаю, я вряд ли избавлюсь от токсичности. Блин, очень медленно уходит токсичность и очень быстро кончаются жизни. Вот там кто-то лежал, я помню, помню, что здесь кто-то лежал. О, жопень, смотри какая. Ой, да ладно, пойдем сразимся. Пофигу. Вставай, гребаный шашлык. Ой, ты. Ой, ты нихрена себе, смотри, его вместо головы рука. Это ты чё? Это у тебя чё такое белое на ладошках, а? Чем ты таким занимаешься, а? Кому ты там наяриваешь, а?
Это что за белая слизь у тебя на ручках, а? Ой. Это у какого-то, видимо, здесь великана личный дрочитель. Ну, я не знаю. Там еще такая дыра. Я говорю, у этих разработчиков Dark Souls есть чувство юмора. То мы меч при бэкстепе втыкаем в анус противником, то вот такая вот рука какая-то сомнительная. Так, ладно. Ой, блин, вообще. Надо его, короче, на превьюшку. Так, ладно, все. Пошел нахер, горгулья, обойдешься. Подожди, не-не-не, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. А он может войти вообще сюда, нет? Точнее, она. Ну, в смысле, сама горгулья это может быть мужского пола, ну, в смысле, само существо. Ну, а горгулья же это она. Горгулья же это не он. Почему есть горгулья, а нет горгуль? Сейчас же там женщины говорят о каких-то феминитивах. Там типа не врач, а врачка или врачиха там. Например. Вот и горгулья должна быть. И горгулья, и горгуль. Фу, ну что, поехали. Блин, немножко не там спрыгнул. А да пошли вы все нахер, короче. Я просто после бегу. Там тоже бы надо, конечно, все поисследовать. Может быть, там тоже где-нибудь за углом блестяшка какая-нибудь крутая. Но я сейчас очень сильно хочу завалить эту дрочильню. Ну смотри, у него прям дыра даже есть. Смотри, вон там, прям в ладошке. Вот. Ну, в принципе, несложно. Сейчас его хозяин придет по-любому. Скажет, ты чё сломал мою дрочку? Фу-фу-фу. И чё ты оставил мне? Навозный пирог. Ну да, что еще мог оставить? Такой уродец. Так, капюшон придворного чародея. В общем, мы взяли сет придворного чародея. Подожди, я здесь видел тоже вон где-то блестяшку, когда заходил наверху. Что-то светилось. Да, вот. Ее, скорее всего, мы сможем взять. Или на какой-нибудь рычаг надо. Вернее, на какую-нибудь кнопку наступить или какой-нибудь рычаг дернуть. И ничего нет. В общем, эта хрень живая. Она по цвету. Вот сразу видно, что... По цвету сразу видно, что... Сундук живой. Когда сундук не живой, он такой более темный. А этот живой. А может и нет. Может, я путаю что-то. Хрен. Ой, не достал. Ой, не достал. Ой, не достал. На-ка тебе в жопень. Не надо меня хватать, не надо. Обнимашки я не люблю. С такими. Вот и все. И что ты мне дашь? Из них, кстати, что-то интересное выпадает. Посох придворного чародея, понятно. То есть мы взяли сет доспехов придворного чародея и еще его посох достали. Но мы не чародеи. Мы рыцарь. Так, давай сначала возьмем блестяшку, мало ли там. А это мусор. Нахер он мне нужен. Мало ли тут кто-нибудь серьезный может нас убить. Что за фигня? Просто пустая комната. Да быть такого не может. И фантомных стен нету. Представляешь? Что за фуфло? А это куда ведет?
Подожди, я не согласен. Так, здесь мы можем спрыгнуть, но потом мы не сможем вернуться сразу назад. Нам придется... А, так это... Это же это, я обратно вернусь. Вот тут горгулья приземляется. В общем, понятно, там делать нечего. Тогда выходим отсюда. И поднимаемся на крышу. Там еще какой-то маг, по-моему, есть. Я в прошлый раз, когда убегал здесь, меня что-то магическое пульнуло. Пульнуло? Мощное такое. Давай посмотрим. Это где-то вот здесь вот находилось. А, это этот. Из семейства попандоболов. Нихера он. Нихера он резкий парень. Ты че? Ну-ка и сюда. Не надо. Ай ты твою мать. Ну что такое? Что ты такое делаешь? Слышь, давай ладом. Ох ты сволочь. Воу. Ну я его хорошо коснул. Я его хорошо коснул, тварь. Все, лучше достал. Да блин, что такой резкий? Даже целый Иисус пришлось на него потратить, представляешь? Свиток Логана. Ой, опять не туда зашел. Так, свиток Логана. Что за свиток Логана? А он не здесь. И не здесь. Значит, здесь. Нет, что ли? Не понял. Чё за свиток Логана, блин? А, наверное, это предмет, который надо отдать кому-нибудь из этих в храме огня. Он такой, типа, квестовый. Блестяшка. Опять навозный пирог какой-нибудь? Нет, отравленная стрела. Одна штука, что ли? Так, и все? Но если я дальше поднимусь по лестнице, я попаду обратно к великану. Вон, мы даже слышим его храп. Если вот прислушаться, слышно его храп. Там делать нам нечего. Мы там уже и так все посмотрели вроде. Да? По-моему, да. Или нет? Блин, сейчас бы вспомнить. Да, вот подземелье Иритила. Вот тут стоит великан, дрыхнет. Так, а вы откуда, ребят, вы чё? Вы откуда пришли-то? Ну-ка, твою мать! Я ж совсем забыл, что к ним лучше не приближаться. Нихера себе, смотрю, у меня еще и жизни не все восстановились. Вот. Так, ладно, ни с кем мы не деремся. Идем прямо туда. К великану, да, идем? Или что? Или не пойдем к великану? Ладно, сходим. Еще раз осмотримся. Может быть, что-то я упустил. Так, подожди, не туда пошел. Может быть, я там что-то еще упустил. Может быть, там есть какие-то секретные... Подожди, а куда я вообще пришел-то, блин? Где я? Я заблудился, что ли? Подожди. Куда я вообще залез? Я здесь вообще был, нет? Ну да, я точно не допрыгнул. Здесь я упаду. Очень больно и насмерть. Не понял. Вообще не понял сейчас я. Где я оказался-то? А, вот, твою мать, заблудился. Так, не забываем. Надо чуть-чуть подальше от той твари находиться и спрыгивать в это болото. Чтобы она не очухалась.
Хотя на самом деле нам это не страшно, но... Зачем лишний раз тревожить тварь? Так, теперь. Теперь действуем аккуратно. Этот маг вряд ли уже появится. Они обычно одноразовые, типа пандополы. Их разок убьешь, все, они больше не воскрешаются. Поэтому здесь нам бояться нечего. Насчет руки не знаю. Насчет руки не знаю. Так, сейчас появятся тюремщики. Каким-то образом непонятно каким. Здесь не пройти. Здесь нет никаких дверей. Вот это вот окно, ну... Неужели они через это окно попадают сюда? О, все, появились. Теперь надо. Да твою мать, валим, 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 валим. Тихо, тихо, все, они меня заклеймили, я стал медленнее передвигаться. Ой-ой-ой. Все, клеймо пропало. Ждем теперь, когда жизнь восстановится. Здесь тупик. Все, они убили меня. Они меня убили! Так, я убил. Одного тюремщика прикончил. Второй. Второй отстал. Так, отходим немножко. Пусть жизнь восстановится. Че, у меня столько жизни всего лишь? Вот, вот. Не надо. Ну здесь я все смотрел. Значит, здесь делать мне нечего. Может быть, я где-то какую-то дверь не открыл. Да вроде все я пооткрывал, что можно было пооткрывать. Где-то здесь была запертая решетка. И я даже знаю где. В самом начале. В самом начале подземелья Иритила там была закрытая решетка. И ее, скорее всего, можно открыть с помощью ключей тюремщика. Чтобы туда попасть, нам надо сейчас сюда спрыгнуть. Быстренько свалить отсюда. Потому что здесь будут сейчас крысы всякие. Вот, ой, сразу крысам. Представляешь, попал сразу крысам. Еще и пить не даю, смотри. Вот твари. Так, так, тихо, 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 крысы. Упадите в яму, пожалуйста. Упадите. Так, вы умеете обходить? Вы умные? Давайте, прыгайте. Ну, я здесь, прыгайте. Прям сюда. А где рычаг? Где рычаг от лифта? Ладно, придется вас убивать. Потому что они прямо у рычага стоят. Да ты тварь! Откуда второй-то взялся? Ха-ха, ты тварь, а! Не, слушай, сложно, сложно. Да, что, тебя дери. Все? Ой, нет, не все. Ладно, ладно, живы, 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 живы. Вот, ах, вот, молодец. Самоубился. Получай. Это нас как раз сейчас приведет на самое начало. Так ведь? Или я ошибаюсь? Да. Мы пришли на... Ой, да опять эти фризы. Вот, самое начало. Самое начало. И здесь... Есть. Так, ладно, давай это самое. Вот так вот сделаем. Лишним не будет. Здесь есть. Есть решетки, которые были закрыты. Или я все пооткрывал уже? Вот, вот. Вот, видишь? Ключ тюремщика. Ржавая золотая монета. Ради этого. Это было все ради этого.
Все, вроде здесь я уже все открыл, все нашел, все сделал, в общем, все. Возвращаемся назад к костру, ну то есть в оскверненную столицу. И уже идем к мосту. Пошли. Что там с текстурами на полу? Почему они так размазались? А, во. Подгрузились. Странно. Сразу туда не пойдем, конечно, мы сначала здесь все посмотрим. Фантомная? Нет. Здесь ничего. Здесь тоже никуда не спрыгнуть. Хотя вот сюда можно, наверное, спрыгнуть, но... Вряд ли я там приземлюсь. Нет, скорее всего, я сдохну. Тихо! Эти, что ли, шмальнули? Которые в белых мантиях? Да. Сволочи. Вот сюда можно спрыгнуть, да? Давай попробуем. Ой, ой, нет, нельзя, нельзя туда было спрыгивать. Ладно, будем знать. Ну, я думаю, любой бы попробовал. Уж больно выглядело так, что туда можно было спрыгнуть. Но там, видишь, под углом как бы. То есть сужается. Либо можно попробовать с разбега и спрыгнуть вот туда вот. Я еще раз попробую. Пофигу. Нет. Эта зона недосягаема. То есть она недоступна. Там невидимая стена. Она прям тебя это... спихивает. В обрыв. Так что там делать нечего. Но по крайней мере мы убедились, что туда не попасть. Чтоб не было вопросов. Так. Это что за окно? А, ну понятно это. Ничего. Там уже были, если что. И сразу кувырки, потому что нас сейчас пульнут. Ну, блин, попали. Блин, больно бьют. Больно бьют, сволочи. Ну что, идем к горгулии? Блин, драться с горгулией на мосту не очень, конечно, комфортно. Тем более вот эти сволочи тут стреляют еще. Может быть, эту горгулию, ну его нафиг? Ай-яй. Так. Вот здесь я с этой горгулей могу сразиться. Здесь вон я защищен. От выстрелов этих тварей. Ну давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Не иди так долго, иди быстрее. Лети там, я не знаю. Вот. Да, это проще, чем огненный. Ох ты ж тварь. Да что такое? Всю жопу тебе сейчас... располосуем. Вот так вот. Дай что-нибудь. Ну куда сюда? Ничего не дал. Кстати, я золотую монету было использовал и вроде ничего такого путного не нашел. Ну, из врагов ничего не повыпадало. Так, тут у нас ничего, только гора трупов. Опа. На что это вы так уставились? Нихера тут. Посуды серебряной и золотой. Что это такое? В смысле? Что это может значить? Почему здесь так много посуды? На что они так уставились? В нашем же лучше, что? Пусть получат. Не знаю, насколько они... Да ты что пинать-то сразу начинаешь? Так, тихо. Жарят. Так, убивается легко. Жизни мне не сокращают вроде. Да твою мать, пей. Пей быстрее, пей. Да, блин, а! Вот это на самом деле угарно смотрится, то что так медленно так херакс и ткнут там ножичком вообще это... Ты вроде такой весь быстрый, маневренный, и все равно эти твари успевают тебя тихонечко ткнуть. Хорошо, что он не вмешался, кстати, когда я там гасил этих тварей. Вот и все, тоже готов. Ну дай что-нибудь, ну... Ничего не дал.
Чё такие жмоты здесь все? Там вообще гораздо больше этих тварей. Так, тут вот мне поможет чаша, если что. Она будет меня защищать от других. Так. Хрен вам. Ох ты ж. Вот возьмет и прыгнет все-таки, тварь. Ударь. Все, отлично. Никаких ништяков, ничего. Надо монеты, наверное, использовать. О, вот это место выглядит так, что здесь сейчас... Ух ты, вот эти ребята по-любому, наверное, живут. Это же горгульи. Но это место выглядит так, что здесь должен быть какой-то мощный файт с кем-то. Ладно. Чё разглагольствовать? Идем просто и все, да? Будь что будет, ржавая монета. Тут, ну-ка, давай посмотрим. А тут что? Так, тут никуда не спрыгнешь. Тут тоже никаких секретных платформ, ничего нет. Ну-ка, на той стороне давай посмотрим. Тут тоже. Ничего. Да? Так, подожди, что-то есть. Не, туда не спрыгнешь. Не-не-не. Упаду. Просто тупо упаду. Не хочу тупо падать, поэтому. Но я вон ту блестяшку сейчас возьму и что-нибудь сюда приземлится. Или выпрыгнет. Что-то большое, страшное, злое и сложное. Так, а нет. Я подумал, что здесь можно куда-то спуститься, но нет. Нет, нет, нет. Только не говори, что ржавая монета. Твою мать. Какая-то ржавая монета. Зачем она мне? Ну все, здесь все. Вон там тоже ведь есть блестяшка, да? Вот там вот. К ней, в принципе, можно... добраться до нее, но нам придется немножко назад сбегать и там с моста потом спрыгнуть. А потом, скорее всего, придется использовать какое-то возвращение. Что такое? В смысле, иду разглагольствую, а передо мной-то, смотри, что, пелена? Там что, босс? Нихера себе. Вон там тоже надо бы посмотреть, что... А давай сразу сейчас посмотрим. Здесь ничего, здесь просто толпа этих тупых. Не, я вижу вон сундук. Вижу сундук. Тихо. А, о, подмога. Ваш личный телохранитель. Телохранитель. Ай, фуфловая горгулья. Ау. Ау, ау, ау. Ох! А, нормально. Я уже все. Я открылся. Но нет. Фу, ну у нас дофига эстусов. А к боссу я пока точно не собираюсь. Поэтому чё бы нет. Чё бы всех их не завалить. Я думаю, что смогу. Блин, я уж думал, они призраки какие-то неубиваемые. Бью-бью, а ей пофиг какие. Нет! Блин, а чё такое? Ау, подожди, держим щит. Не забываем. Валим. Да твою мать. Получай. Смотри, еще и не подохла, тварь. Смотри, раз сундук, два сундук. Вон там еще сундук я видел, вот он. Видишь, вот настоящие сундуки, они более темные. Их... Так, пока проверять не буду, конечно. А вот там вот, скорее всего, эти живые сундуки. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, у меня жизни маловато немножко. Ну все, справились, отлично.
Будем проверять сундучки. Вставай. Так и знал. Нет, эти сундуки тоже бывают темные, оказывается. В общем, моя теория не сработала. Ой, твою мать. Фу. Я уже думал, схватил. Один удар. Один удар. Что дашь? Ржавая... Да блин, заколебали вы с этими ржавыми золотыми монетами. Тоже живой? Давай. Блин, конечно, ржавая монета, награда такая себе. Блин, тут еще этот кусок колонны мешает. Блин. Ой, хорошо, что я нанес критический удар. А то бы сейчас он мне втащил. Ржавая монета? Нет, большой щит славы. Ну, этот щит не для меня. Он потому что, мне кажется, очень тяжелый. А я не танк. Давай, вставай. Неужели настоящий сундук? Неужели? Серьезно? Уголь! Уголь, твою мать! Какой-то сраный уголь. Все, здесь больше ничего нет? Вообще не стоило того. Вообще не стоило того. Ни ржавая монета мне там нахер не сдалась. Ни этот щит. Ни этот уголь. Нет, ну уголь, конечно, полезный, но вот так вот в сундуке держать уголь? Да ну нафиг. Это вообще не серьезно. Кто будет держать в сундуке уголь? И еще охрану такую мощную поставить. Ну кто? Какой-нибудь приколист, наверное. Здесь, наверное, босс какой-нибудь приколист. Вот тут я видел блестяшку. Вот тут. Вот. Да, вот. Большой лук грозы. А, то есть мы можем без кости возвращения прямо. Вот смотри, раз, раз, красивенько вот так вот. Раз, раз, раз. Потом раз. Красиво, красиво. Так, что я предлагаю? Предлагаю идти к боссу. У нас, конечно, 7 эстусов, но мы хотя бы глянем на этого босса. Что это вообще за босс? Что ему надо? Или что мне от него надо? Сейчас посмотрим. Да, я, конечно, подохну по-любому. Мы с меньшим количеством эстусов шли на боссов, так что... Гигант Йорн. Гигант, значит, у нас, да? Ой, смотри, там блестяшка. Около его трона блестяшка? Или мне кажется? Нет, там, серьезно, блестяшка. Так, получай. У больших боссов всегда держимся около их зада. Чего? Я у него отнимаю так... Ты охренел, слышь? А чё так мало-то? Я его 30 лет так буду гасить. Нихера, он жирный. Он очень крепкий. А, то есть можно бить ему в голову? Не, я до головы не достаю. Можно, короче, ему бить, типа, в нижнюю часть, а можно в верхнюю часть. Но верхнюю часть я вот так вот не достаю. То есть надо магию это использовать, чтобы добраться до его головы. Либо, когда он вот как-то он падает... И тогда ему втащить в голову. Но я вроде не достал было. Так, тайминги, понял. Ау, ау. Так, это не наносит нам вреда. Просто отбрасывает нас. Нет, нет. Вот, вот, вот так вот, вот так вот. Не, я не достаю ему в голову. А если вот так попробовать? Так, ладно, потом. Потом. Он такой вообще мощный-то. Я тебе говорю, это на 30 лет затянется. Нет! Ух ты, вот здесь вот тайминги сложные. Так. Ну давай, упади. Вот, 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 вот так вот. И... Так, почти достал, почти достал. Вот так вот можно до его головы достать. Надо ему втащить разок в голову и посмотреть, что будет. Может быть, голова у него очень слабая. Сразу пол хп мою мать. Потому что ноги у него реально очень крепкие.
Да блин, опять не достал его до его головы. Не надо. Не надо. Не надо. Ау. Ну давай уже, а. Ну сделай тот дурацкий удар свой. Надо блестяшку взять. Пока я не сдох, надо взять блестяшку. Вот, 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 вот. Да блин, опять по руке. Я просто паникую немножко. Потому что он большой и страшный. Ау, ау. Вот, 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 вот. В голову. Да опять по руке. 98. Я его гасить буду долго, очень долго. Ау, 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 ау. Давай-ка хлебнем. Ай, блин, не то нажал. Я Y нажал. На того, что нажал. На X. Ну давай уже падай, а, ну пожалуйста. Дайте хоть разок тут голову дам, я убедюсь, что у тебя голова слабое место. Потом уже буду думать, как тебя гасить. Потому что по ногам его бить, это, конечно, ну можно его убить там. Но это очень долго и неинтересно. У него по-любому есть слабое место, и это его голова. Не зря же нам дают возможность навестись на его голову и на его пузо. Пузо у него, вот это вот все, что у него ниже пояса, это все у него очень крепкое. А вот все, наверное, что выше пояса, у него не крепкое. Потому что по плечу я ему бью больнее, чем по ногам. Нет, ну смотри, он не делал тот удар, и все. И он падает на колени. Ну, пожалуйста, ну давай хоть раз. Вот. Да опять по плечу. Че, как бы мне что, религия не позволяет его ударить по голове, что ли, я не понимаю? А? Слышишь? Пепельный. Ну надо еще и бить его, наверное. Зачем я его не бью-то? Да опять по руке, да что такое? Я-то нацелился ему в голову, ты почему бьешь его по руке, я не понимаю. Так, зря, 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 зря. Нет, не зря, нормально. Нет, это надолго, ребят, это надолго. Надо какой-то, наверное, не знаю, другой меч. Может быть, его устойчивость к холоду. Так, по голове 200... Это очень мало, слушай, все равно это затянется на 31 год. Если по голове вот так вот у него отнимает, и ждать, пока он будет делать тот свой... Так, тихо, 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 валим, валим, валим. Че, пьем, 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 пьем. Так, давай возьмем эту блестяшку. Что за блестяшка? Гигант Йор. Че это такое? Повелитель бурь. Это, видимо, какой-то посох. В общем, его надо гасить магией. Надо взять этот посох и стрелять из этого посоха магией ему в голову, да? Ну, повелитель бурь звучит как посох. Надо посмотреть, конечно, но сейчас у меня вообще времени нет посмотреть, что это за повелитель бурь. Но, скорее всего, это то самое оружие, которым надо его бить. Либо это оружие нам подскажет, как его бить. Но сейчас у меня реально нет времени, он не даст мне прочитать. И посмотреть, что это такое, потому что у меня просто прессует жестко. Что, может быть, намеренно сдохнем, а? У нас 43 тысячи душ. Давайте намеренно сдохнем. Я даже не хочу использовать кость возвращения, потому что мы в любом случае сейчас к нему придем. А если не придем? А если я передумаю? Тогда мне души здесь останутся? Нет. Кость возвращения я использую, если вдруг передумаю с ним драться пока. Я в сторонке приду еще разок, возьму души и потом уже использую кость возвращения. А сейчас мы намеренно подыхаем, короче. Потому что надо посмотреть, что это за повелитель бурь. Все равно смерть здесь никак не влияет. Все, что смерть нам может ухудшить, это потерять души мы можем при повторной смерти. Ну, вы поняли, короче.
Вы знаете, без меня механику Dark Souls. В общем, количество смертей здесь никак не влияет. Так, давайте смотреть, что за такое нам дали посох. Повелитель посохи у нас находится внизу, да? Где-то тут. Нет, это не то. Это не то. Вот, да? Нет. Блин, я внешний вид не успел запомнить. Даже разглядеть. Ритуальное копье. Это здесь уже копья пошли. Нет, здесь уже посохов нет. Или это не посох? Или это меч какой-нибудь? Повелитель бурь. Вот он. Это меч. Я его могу взять. Прямо сейчас. Хоп, и взял. Так, что ты делаешь? Этот двуручный меч со сломанным клинком известен как убийца гигантов. Ага, вот и пожалуйста, видите, убийца гигантов. Мощь бури, пропитавшая его, способна поставить на колени даже гигантов. Когда-то у гиганта Йорма было два таких меча, но один он отдал людям, усомнившихся в нем, а второй дорогому другу. Затем Йорм встретил судьбу повелителя пепла. Навык. Укротитель бури. Займите стойку, чтобы наполнить меч силой бури. Наиболее эффективен в бою с гигантами. Займите стойку, чтобы наполнить меч силой. Это что это? Это подожди, это его суперспособность надо использовать, что ли? Типа... Нет, подожди. Убираем вот так вот. Вот. А, да, смотри. И чё, типа? Вот так его гасить, что ли? Херакс, и всё. Херакс. Круто. Ой, блин, подожди, у меня же этот кончается. Не этот, а это. Манна. Ну, круто, смотри. Буря такая. А если вот так вот? Прикольно. Не, ну симпотно смотрится, да? Опа! А это что такое? В смысле? В смысле? Вот так вот мы его гасить будем, короче. Вот так вот. Вот так вот. Есть. А! Еще и так можем. Интересно. Сейчас попробуем. Сейчас идем к боссу и посмотрим, что из этого выйдет. То есть мы заряжаем бурей, можем его гасить там заряженным мечом, а можем нанести ему вот такой вот удар бури. Прям как повелитель стихий. Так, не потратим ни одной жизни. Ни капли не потратим жизни. И вот так вот доберемся до босса. Отлично. Может быть, да, это самое. Попробовать еще применить уголь перед тем, как идти к боссу. Так, здесь будет горгулья. А где она? А, вот и она. Горгулья. Горгулья, тихо. Горгулья, тихо. Тихо, горгуша. Горгуша, все нормально. Так, вот так вот. Сразу возвращаем души. Возвращаем души. Смотри-ка, он сидит на троне. Обычно, когда к боссам приходишь, они уже не сидят на своих тронах там и не спят, они уже ждут. А этот обратно сел на свой трон. Так, что пробуем? Сначала попробуем вот так вот зарядить и бить его заряженным мечом по ногам. Да блин, мало. Мало отнимает. Мало. Может быть, по голове? А ну-ка, такую штуку попробуем сейчас. Не, подожди, я не смог, я не успел. Он не дает мне. Пьем. Но меч заряжен. Так, надо от него подальше отбежать. А пока он там хулиганит, ну-ка. Достало? Достало, слушай. Слушай, надо его добивать сейчас. Нет, не надо его добивать. Не надо. Он возжегся сразу. Ты что, охренел? Блин, не то нажал, не то. Время зря потратил. Смотри, что творит. Смотри, что творит. Вот зараза, а. У меня же еще и щита нет. Я же без щита, блин. Без щита будет гораздо сложнее. Заряжайся, быстрее заряжайся. Заряжайся! Так, зарядился? Отлично, зарядился. На-ка, получай. Вот так вот. Можем добить? Можем добить? Нет, не можем, не можем, не можем. Иди нахер, не психуй, не психуй! Парюга. Вот, ну и какой у него удар появился новый. Сразу сокращай дистанцию. Воу! Еще и бомбанул! Что, подгорает жесть? Жесть, говорю. Подгорает дыр. Я его хотел
назвать не жестью. Так. Нет! Вот это вот меня бесит. Он очень быстро сокращает дистанцию. Вот, набираем. Ну давай, ну родной, давай. Есть, все. Получай, тварь. Так, не подходим. Заряжаем. Пока он там в ауте, надо заряжать. Заряжаем. Давай, родной. Есть. Получай. Слушай, он вообще кажется легко. Просто на раз-два. Вообще просто легкотня. Просто фуфло. Сейчас сократи дистанцию. Есть. А теперь... Нет! Не психуй так! О, он все, его бомбануло, короче, по-жесткому. Успел. Я сейчас могу сдохнуть. Да, блин, гребаные колонны! Не все, что ли, он сломал еще? Все, он психанул. Получай! Пойди к моим ногам. А почему он не упал? Он рас... Он должен был упасть прямо своими губами в мои башмаки. Пепел повелителя. Душа гиганта Йорма. Сволочь. Он просто растворился на коленях. Так нечестно. Я так не согласен. Он должен был упасть прямо своим нюхалом мне в... Хотя, почему я так его ненавижу? Нормальный мужик был. Почему я его так это самое? 79 тысяч душ, кстати, у нас. Друзья, надеюсь, вам эта серия понравилась. Если вам она понравилась, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, комментируйте. А с вами был Джекман, желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.